Вот, девчонки, смотрите, какие запросами мальчишки приходят. То есть, если говорить о том, что этот мальчишка задал вопрос мне, это означает, что он ходит по другим. Это означает, что он относится к тебе как к говну, а к вам как к мухам. Вот кто следит за мной, вы знаете о том, что я топлю за самооценку. И я говорю, что самооценка – это основа всего. Как вы думаете, какая самооценка у этого парня? Если он вот так вот относится к девчонкам, вот такие выбирает процессы, да, процессы в языке своем. То есть вы уже вот можете становиться чуть-чуть психологами, читать людей. Если человек вот так выражается, это говорит о чем? Это говорит о его внутреннем мире. От избытка сердца говорят уста. Это говорит, вот он вот такой вот. Соответственно, он же будет искать способы, не знаю, там, магии, каким образом там, с помощью магии девчонки, чтобы на него липли. То есть здесь ответа он, понятно, не получит. Он начнет искать тех, где он получит. И, конечно же, вот на такого парнишку появится какая-нибудь жертва, девчонка, которая будет в его сетях и потом будет страдать. Поэтому что мы скажем на вот такой комментарий? Пока ты думаешь, что девчонки мухи, пока ты считаешь себя говном, ну, соответственно, мухи к тебе и будут липнуть. Поэтому на твой ответ я говорю, никак. Но вот если ты изменишь свою самооценку и начнешь к женщинам относиться, девочкам, женщинам, девушкам, относиться с уважением и почтением, ты будешь парень на все сто, у тебя отбоя от них не будет.